Сара Алпысовна увлечена идеей создания в образовании новой программы по общечеловеческим ценностям. Речь идет о нравственном просвещении, о человеколюбии. Принцип жизни не больше себе взять человек, а больше дать. Чем больше даешь, тем закон жизни бумеранг, тем больше ты и получаешь. Даешь ты благо, хочешь ты делиться, а не только себе, вот не, без эгоизма, без скорости. Вот это вот, наверное, и есть гармония-то. Когда вот и наступает эта гармония, это есть закон жизни, закон природы. Вот, допустим, вот эти мои дети, сироты, да, они маленькие, еще не смышленыши. Вот то, что я сейчас стараюсь дать, обогреть, помочь их, поддержать. Вот все мои действия Бубека. Ведь они же повзрослеют. Как они еще будут знать, кто их любил, кто им помогал? Представляете, их сколько их у меня тысяч? Так я не знаю, вот это во мне столько сейчас любви иногда говорю, да, вот от избытка чувств. Я готова обнять весь земной шар, и меня хватит. Любовь, она бесконечная. Чем больше дашь, тем больше к тебе прибывает. Да, вот это счастье. Любить и быть любимым. Это высшее счастье. Едва смычок коснулся нежных струн, и медной страстью задышали трубы, как по сердцам, истерзанным и грубым, волной прибоя пробежал ноктюрн. Людей от литургии пробудив, мелодии любви, надежды, веры, вознес их до высот небесной сферы божественно-спасительный мотив. Его напела женская душа, быть может, робко, даже неумело, но в мир любви она шагнула смело, по-женски память лаской вороша. Отныне и навеки суждено нам, мудрым, не стареть душой с летами, дарить цветы и быть самим цветами, и пить любовь, как чудное вино. Давайте этим даром дорожить в пятне судьбой очерченного круга, в котором невозможно друг без друга ни строить, ни творить, ни просто жить.